Летний сезон открыт. Щелковский парк культуры и отдыха встречает 1 мая свой 62-й летний сезон. В праздничный день горожан с эстрады приветствовали коллективы художественной самодеятельности. Весело. Открывается летний сезон в Щелковском парке культуры и отдыха. С этого года здесь появилось новое кафе с детским меню. Конечно же, будут работать аттракционы, прокат велосипедов и детских автомобилей. Каждый день Щелковский парк готов принимать гостей любого возраста. Щелковский парк – пространство для семейного отдыха. С 1 мая здесь начали работать лодочные станции, мини-зоопарк и в полную силу аттракционы. Все очень замечательно, ухоженно, красиво, все зелено. Хорошо. На берегу реки уточек покормить – это самое любимое место, самое любимое занятие. Уточек нравится кормить. Нравится? А аттракционы нравятся? Аттракционы очень нравятся. От нового летнего сезона, я думаю, все жители города ждут только положительных эмоций и хорошего отдыха в парке. Можно сравнить с парками Москвы, он не уступает московским паркам. Свой сезон в эти дни открывают и байкеры. Около полусотни суровых парней приехали в парк на мотоциклах разных моделей. У нас здесь тоже есть отделение клуба М8 в Щелково, поэтому мы совместно проводим открытие сезона. Есть дети, которые вот с радостью лазят по технике, в общем-то, не препятствуют тому, чтобы они залезли, сфотографировались. Получите приз от Щелковского городского парка культуры! Открытие сезона всегда праздник. Победители открытой лотереи пригласили бесплатно провести время в летнем кафе парка. Летним настроением на весь день зарядились. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».